Здравствуйте, дорогие друзья! Я очень рад, что день русского языка, русской литературы великого Пушкина можем начинать со серии лекций. Он будет, конечно, центром первой лекции, а дальше пойдут еще целый цикл о творческом мышлении, которое стоит усвоить, понять и применять. Дело в том, что очень часто мы многое знаем, но часто не понимаем. Впрочем, вспомнился, шутка такая есть у Ильфа Петрова, когда восклицал Шура Болганов: «Ой, неужели все?» восклицал Шура, который ничего не понял. Другое, что можно взять как наступление, знаменитое предупреждение Базилия Искандера. Он говорит так: человек интеллигентен независимо от того, сколько книг прочитал, а сколько книг понял. Так вот, это понимание, это углубление в материю очень важно, потому что накопилось много догм, представлений. Одна из них, к сожалению, из догм обращает на это внимание, слава Богу, хорошо, и четко, Мережковский по отношению к Пушкину. Он говорит так: Пушкин, великий мыслитель, мудрец, с этим, кажется, согласились бы немногие. Даже из самых пламенных и суеверных его поклонников. Оказывается, что они ценят, как констатирует Мережковский, как художника, как слово, прекрасно, да, а как мыслителя, как мудреца, как-то это ему не признают. А мы попытаемся в эти минутки, которые нам тут отведены, доказать, что это величайший мыслитель, очень тонко понимающий смысл вещей. Конечно, и в творчестве, но и чисто теоретически, в своих эссе, в своих критических заметках, иногда просто в письмах он дает жемчужины мысли. Вот, например, знаменитое его письмо, для меня, во всяком случае, к сожалению, не очень комментируемое, когда пишет, впрочем, сохранилось оно благодаря предиллюстрации, про Аристотеля. Очевидно, проверяющий, так сказать, заметил Крамолу в том, что Аристотель взят у Пушкина не в самом лестном виде, как обычно, привыкли, так сказать, руки по швам, когда Аристотель. А он говорит в письме приятелю: я, говорит, это во время, когда сочиняет, между прочим, Борис Годунов, что какой-то тогдашний литератор, известный, очевидно, там все читали, француз, Лавин, он говорит, берется в старых сетях Аристотеля. Он учитель кого-то, а не кого-то из естества. Такая четкая формулировка просто удивляет. И точно так же удивляет то, что мы неблагодарны возможности ее читать и осуждать, и уразумевать, а как-то задвигаем и не наматываем нос. Я думаю, что это очень важно, потому что аристотелевские догматы, к сожалению, очень крепко закрепились. И, скажем, Умберто Эко говорит: я свято верю в Аристотеля, а вот Пушкин не верит свято. Никак даже не верит. Он берет под сомнение. И это логично. Если, так сказать, копнуть поглубже, узнаем, что он действительно прав, потому что Аристотель придворный. На пару, так сказать, на побегушках у царей македонских и так далее. И нельзя ожидать и надеяться, что он скажет все истины окончательно. И это раскусил Александр Сергеевич и очень четко написал: старые сети, бьемся в этих старых сетях. Таким образом, видите, такое уникальное предупреждение я в самом начале хочу его, чтобы не забыть дальше в ходе наших размышлений. Вот, например, надо нам объяснить, почему такое вот пренебрежение к глубине, о которой говорит Мережковский. А очень просто это объясняется. Сказал
заметил это Томас Манн, как говорит, действительность любит, чтобы с ней разговаривали вялыми фразами. Художественное точность обозначения приводит его в бешенстве. Это же потрясающе. Вот почему, так сказать, мне нравится Александр Сергеевич, потому что он исключительно четко дает и понятия, и образы, и вообще, что и говорит, это такая палитра чувств, мыслей, сюжетов даже, если только что, которые могут озарить только гения, а он гением есть. Но неудобно его понимать и брать на вооружение. Вот формула другая. Между прочим, о формуле в его мысли говорит очень четко Островский Александр Николаевич, он говорит в достойном слове похвальное Пушкину, когда открывали памятник, что он дает не только саму мысль, а формулу мысли, наслаждение испытываем в первом месте от мысли, от глубины. И вот одна из этих четких мыслей. Что нужно драматическому писателю? Философию, беспристрастие, государственные мысли историка, догадливость, живость воображения, никакого предрассудка любимой мысли. Свобода. Это уже подчеркнуто у него, свобода. И Александр Сергеевич был, конечно, свободным во всех своих и поведении, конечно, в творчестве, в образах, которая просто уникальная личность. Вот интересное наблюдение, другое мне тут попадается, я выписал, когда говорит Вяземский уже о Катенине. Нашему любимому поэту только 21 год. А вот видите, как четко и ясно он сформулировал. Катенин опоздал родиться. И своим характером, и образом мысли. Вот видите, мысль у него на первом месте тоже. На способ мысли. Весь принадлежит 18 столетию, но та же авторская спесь, те же сплетни и интриги, как и в прославленном веке философии. И тут возникает очень интересный вопрос. Может ли человек говорить так требовательно, если не соответствует сам высоким критериям, которые предъявляют окружающим современным литераторам или там историческим персонажам? По-моему, тут очень сообщающий засуда. Либо ты чист, ясен в мыслях, в образах, и можешь это на деле доказывать, и тогда высокий критерий спроса с тех, кого ты обсуждаешь. Например, когда его Борис Годунов уже под итоги своей, скоро кончится его жизнь, он видел, что вот я открыл шпицы, помог, где страдается, все, ну когда одно единое пятно случайно завелось, тогда беда. И вообще нет. Жалок тот, ком совесть не чиста. Это же потрясающе. У Пушкина настолько все это, как личность, как поведение, как желание быть чистым и не замараться каким-то подхалимажем или же там милыми глазками строить, придворничать. В отличие, скажем, от Аристотеля, которого тут мы узнали, что к нему он критичен. И вот пишет он Наталье Пушкиной. Узнаю от забежавшего ко мне Жуковского, что государь был недоволен отсутствием многих камергеров и камерюнкеров, и что он велел нам это объявить. Говорят, что мы будем ходить попарно. Как институт, вообрази, что мне с моей седой бородкой придется выступать с Безобразовым или Реймарсом. Ни за какие благополучия. Вот в этом письмеце, обращении к жене, он говорит, что мало ли что нам придется и страдать, или чего, и бедствовать даже, но благополучие себе заиметь за
приборство за то, что я буду там, понимаете, бегать как институтка? Да никогда. Но это, скажем, в личном письме. Мало ли что может, так сказать, козырнуть муж перед женой. Но мы читаем официальное письмо, коллеги и друзья. Обращение к Бенкендорфу. Это момент, когда он отстаивает право и надежду, и просит, чтобы напечатали Бориса Годунова. Много говорит издатели, меня осаждают, говорят, давай, мы даем хорошие деньги. А я как раз, говорю, тебе очень нуждаюсь. И вот его прошение. Надо обращать, надлежит обращать внимание лично дух, в каком задумано все сочинение, на то впечатление, которое оно должно произвести. Моя трагедия – произведение вполне искреннее. Вот, видите, все время выскакивают такие словечки у него – искренне, правдивость, искренно. Понятие совести, которое у него появляется, и он это отстаивает, очень важно и доказывает, подтверждает, следует этому правилу даже по обращении к Бенкендорфу, чтобы он заступился перед государем, и чтобы пьеса «Борис Годунов» вышла без всяких извинений. Я, говорит, не могу притронуться к никому, ничему такому, что я уже написал. До этого ждал, до этого не хотел, но сейчас принуждают деньги, денежные проблемы. И если меня осаждают всякие издатели, то с удовольствием бы я выпустил, но нужно высочайшее разрешение. Вот такая гарантированная позиция, четкость, конечно же, свойственна гению Александру Сергеевичу. Мне хотелось бы прикинуть этот мотив и к другой его пьесе, которую, к сожалению, он не успел закончить. Это «Русалка». И вот в этой «Русалке» он приводит дерзание самого князя. На первый взгляд, всякие вульгарно-социологические, которые потом пойдут, понимание классовое, и все такие как бы, ну, сословные, немыслимо были бы. Но Пушкин свободен, как говорит, от любимой мысли, от чего бы ни было, и говорит словами Пушкина его князь. Невольно к этим грустным берегам меня влечет неведомая сила. Я счастлив был, безумец. Я мог так ветрено от счастья отказаться. В чем состоится его, так сказать, трагическая вина князя? От того, что решил расстаться вот с любимой девушкой, потому что она бедна, дочь мельника, что и говорить. А там ударная партия, и даже когда он расстается, говорит, ух, легко обошлось, я думал, будут больше сцены, всякие там, знаете, ревность, и рвать волосы, а ничего, она смирилась, я ушел, смирилась, да, проявила доблесть. Я все бросилась в Днепр. И сейчас тот приходит и говорит, и этому все я виной. Виной страшно уморщиться. Это говорит уже о мельнике, который с ума сошел. Старик несчастный, ведь его во мне раскаяние все муки растравил. Ну, что говорит... Гений с гением, однако не успел закончить эту потрясающую пьесу, то есть замысел и, к счастью, эти фрагменты, которые остались, показывают, что даже и здесь он глубоко раздумывает об этом выборе. Человек, личность, вне зависимости от своего, так сказать, табеля о рангах, есть человек и надо соответствовать вечным ценностям, совесть, а не рваться и стремиться к власти. По этой, между прочим, примете, по этому
признаку. Я в свое время имел удачу сопоставить Софокла, Шекспира и Пушкина. На уровне совести я сделал перекличку между завещанием Софокла драматическим и Шекспира, потому что, как известно, и Эдит Тирзан уколами совести быть, мать его вешается, узнав, что стало причиной всех этих трагедий. Что и говорить, даже потом во второй части говорит, что вот раскаяние совести, я приобрел эту совестливость. Макбет, конечно, говорит, что вот истязание муки совести меня. И Борис Годунов, вот Мельник, и, конечно же, Сальери, когда уже отравил, понимает, что не то, что не зря говорил Моцарт, что гений и злодейство вещи несовместимы. Таким образом, во всем творчестве Александра Сергеевича можем проследить такие пульсации мыслей и ответственности, и нравственности во всем его творчестве. Очень интересно он говорит, например, о критике, что русское общество до сих пор не имеет своего понятия, своего мнения о книгах, потому что ходят критики, а критика настолько прагматична, настолько как бы сплетническая, не может дать критерий. Критика, он говорит, возможно только, когда есть любовь к искусству. Это, по-моему, очень четкое понимание, которое он завещал. И сегодня, когда мы очень требовательны и справедливы к критике, надо вспомнить завещание Александра Сергеевича. Где нет любви к искусству, там нет и критики. Хотите ли быть знатоком художества, говорит Винкельман, старайтесь полюбить художника, ищите красот в его созданиях. Без пристрастия, дальше он говорит, то в критике руководство это чем бы то ни было, кроме чистой любви к искусству. Тот уже не сходит в толпу, рабски управляемую низкими корыстными побуждениями. Если мы, так сказать, возьмем на вооружение такие предупреждения Александра Сергеевича, многое бы изменилось, но гравитируя к толпе, к вкусу, к выгоде, к популярности так называемой, которая, к сожалению, стоит размерной монеты талант и то, что завещено Богом, так сказать, признание, которое жертвует на такой выгоде. Не смущаемый никакими светским влиянием Шекспиру, я подражал. Не смущаю светским, то есть мало ли что, а Шекспир, ну, светские влияния не годятся. И он говорит о подражающих Шекспиру в его вольном и широком изображении характера. Небрежном и простом составлении, простом составлении типов. Карамзину следовал я в светлом развитии происшествий и в летописях старался угадать образ мысли и язык тогдашнего времени. Источники богатые, умели ими воспользоваться, не знаю, по крайней мере, труды мои были ревностные и добросовестные. Добросовестность – это просто уникально. Я хочу не пропустить его заочный спор в другом, значит, с Аристотелем, потому что будет потом в нашем курсе ее в Аристотеле подробная речь. Но, смотрите, он говорит, я милость к падшим призывал. И тем самым рассчитывает, что весь не умрет, конечно, что душа в заветной лире прах переживет. Это потрясающее завещание. И действительно, мы его помним как человека, который милость к падшим вызывал. Однако, назначение трагедии, если бы он запутался тоже в сетях Аристотеля, но он говорит, нет. По Аристотелю надо очищаться от страха и сострадание. Нет, сострадание – это высшее назначение искусства, драмы, конфликтов, коллизий и разрешения от этих иллюзий, заблуждений. То есть,
творчество должно быть не самоцелью, а возвышающим и наш дух, и наше понимание, чтобы от этого росли и развивались. Поэтому я считаю, что Александр Сергеевич, и день отмечает и русский мир, и все любящие это слово, изящную словесность, мы даем ему почту, заслуженную. Или, скажем, прекрасное замечание о Сервантесово герое Дон Кихоте. Повод он берет, размышляя о родище, и говорит, вот он политический Дон Кихот Радищев, который себестливый, конечно, но не соответствует, не адекватен в своих действиях. И дальше пошел размышлять, между прочим, очень четко и требовательно к Радищеву, говорит, что его скверный слог и вообще его жеманные такие всякие не соответствуют действительности. Это, так сказать, сантименты, которые не имеют продолжение, и поэтому, говорит он, никого никто уже не читает этого родичего, и вы зря его берем в некотором смысле на вооружение. Надо упомянуть, конечно, пакостные кличи, которые были в начале 20 века, что надо сбросить Пушкина с корабля современности, что надо там, сказать, вернуться каким-то, не знаю, каким там речь, новость, новшество, всякие веяния, но без Пушкина. То есть он своей требовательностью, своим высоким искусством, очарованием поэтическим и четкостью мешал людям, которые самозванцы, конечно, которые имитируют искусство и хотят на волне какой-то своей имитации сделать себе славу и завоевать перемены и вытеснить, представьте себе, подлинного настоящего гения. Поэтому в этот светлый день, когда отмечаем День русского языка и Александра Сергеевича, я предлагаю в очередной раз, конечно, и понять, и преклониться перед его завещанием в сфере духа, искусства и прекрасного. Или, скажем, мелким, потому что была речь, иногда он пороняет. В Дубровском говорит, обращается, рассказывает, то есть картинки князь Верейский, а Мария интересно говорит, ну что, он без всяких педантических подробностей для знатоков рассказывает живо и с воображением. Подходить надо живо и с воображением к искусству, поэзии, драме. Характеры постигать и главное. И на этом, надеюсь, последний вывод. Когда Гоголь говорит, что Пушкин русский человек в развитии, и говорит, он может записывать каждое его слово, оно стоило его лучших стихов, именно так легко, умно, он говорил это по мнению Гоголя, что развитие очень важно и понятиях Александра Сергеевича. Он говорит, что комедия высокая схожа с трагедией. И тут, конечно, парадокс, он говорит, что гений парадокса вдруг. Парадокс, на первый взгляд, не согласует. Короче, смеемся, когда комедия, когда драма, трагедия, там, кровь, льется и все такое. Но схожество находит в развитии характера. И действительно, без развития характеров имеем низкое искусство, имеем пошлость, массовая иллюстрация заданных характеров и нету высокого искусства. По-моему, то, что сам Гоголь заметил, что человек в развитии, Пушкин и в творчестве он ставит, и в критике развитие. И мы должны, конечно, не стоять в священной позе, а развиваться, беря уроки, наслаждаясь искусством слова и четкости у Александра Сергеевича Пушкина, которому мы поклоняемся в этот день.